Добрый день. С вами Дмитрий и Андрей. Здравствуйте. Да, сегодня тормозные диски такие. Заточены с этой стороны. У нас это вообще кожуха нет. Кожух отгнил сзади, и теперь диск есть такой. Даже не тормозит. Берем, снимем суппорт. Колодки новые постоянно проточим диски. Болгарка, как вот многие делают это на ютубе. Попробуем и мы. Самое пошлифовывается. Вроде так, конечно, не идеально, но на карном станке лучше, но в домашних условиях, я думаю, лучше не сделаешь. А теперь еще будем сзади делать, как он, защитный экран на защитный кожух. Кожух. И с той стороны покажи, какой он есть. Потому что из-за него все это и получается. Ну вот он. И колодка снашивается очень быстро. Сейчас будем делать самодельный. Все, подготовили заготовку, наметили отверстие под крепеж. Сейчас вырежем и аккуратненько потом подзагибаем и примерим. Сначала картонку сделали, по образцу примерили, наметили, а потом уже вырезаем с железки. Все, давай. Ты вот сглазишь, и так и резало все хорошо. Не хочет резаться. Налечало вот этого хуйня. Thank you.
Вот тут распрямить еще резанов. Где? Тут вот загрузка. Снизу начинаем. Снизу. Сильно близко не надо, Андрей, пускай будет. Вообще красиво будет. Угу. Вот как получилось. Я вот так, я ж не знаю, я ж...